Всем доброго времени суток, ребята. Вы смотрите Smite Лига 1 на 1. Сегодня я пока что не решил, за кого я хочу играть. Но это, конечно же, должен быть персонаж, которого либо вообще не было на канале, либо не было давно. Так что надо подумать. Мне бы хотелось записать матч за Нокс, но, во-первых, я не очень хорошо умею за нее играть, а во-вторых, я очень давно за нее не играл. Хантер, Хуи, до свидания. Бан. Я уж испугался прям. А вот третий бан нужно решить побыстрее. За кого я вообще не играл? Желательно из таких более-менее нормальных. Чтобы шансы были. Даже не знаю. Знаете что, давайте мы забаним Хибо и возьмем Арахну. Вроде как я недавно за нее играл, записал этот ужас против Соль. Но Соль как бы забанена. Ну что может плохого случиться? Ну кто еще выпадет? Какой-нибудь хантер типа Нид с эскейпом? Ну не знаю. Хотя вообще против Нид это не проблема. Аполлон меня вздрючит. Бастет вздрючит. А, блин, много кто вздрючит. Ну ладно. Чё? Рискну. Аполлон, да ты издеваешься. Почему я такой лузер? О, господи. Да, Аполлон, это все, это конец. Нереально победить. У меня там какие-то маленькие шансы будут в начале игры. Но проблема в том, что в начале игры я плох. Арахна. Плоха, как бы. Вот о чем я говорю. Блустоун. А, не-не-не-не, стоп. Харе. Вот почему я взял Арахну. Хотел попробовать, как там Тровин Даггер будет на ней смотреться. А, спринт возьму. Опять же, против Аполлона нужен Бидз, но не на начальных этапах игры. Так что до 12 уровня как раз понадобится. Главное докачаться на одном уровне с ним. Либо быстрее. Быстрее было бы идеально, но это же не получится. Да ты... Ах, чертов ниндзя. Как ты это сделал, а? Я специально стал под его единицу, чтобы закрылись на него мобы. Ладно, я хотя бы линию зачистил. Он в Трансценденс выходит, не самый лучший вариант для Аполлона. Лучше бы тоже взял Тровин Даггер, а еще лучше стартер на вампиризм. Блин, быстро они его снесли. Да, стартер на вампиризм и кусочек Ичивау. Ну вот, вот так вот. Примерно. Небольшой подхил получим.
Очень даже небольшой. Ну, хотя бы я могу на одном уровне с ним сидеть на линии. Пока что. Есть, ФБ. ФБ, это нужно. Так, теперь берем обувь. Как бы мне не хотелось докупить даггер, но нет. Обувь, это важно. Буду делать какой-то гибридный билд. Пока не решил, какой. Но следующим артефактом будет брестплейт. Нужно много-много КД. Вообще, кстати, это может сработать. Фулл КД сделать. А, черт, я не успеваю. Знаете зачем? Чтобы выманить его на двойку вначале. Ни хрена ж себе, как больно-то, а? Как же больно. Короче, чтобы выманить его на двойку, затем, чтобы у меня перезарядилась тройка, и я снова мог его атаковать. Без тройки я не смогу никогда его убить. Беда. Возьмем защиту. Давай. Хиляй меня. Да, пипец. Он отбил весь голд, который я получил. Просто заставив меня пропустить. О, блин, эта тройка была просто божественна. Заставив меня пропустить пару линий. Да, я больше не могу с ним тягаться. К сожалению. Но у него нет обуви. Так что... А, он пытается много фармить. Хиляемся. Ничего не поделаешь. Есть, он сдох. Что сейчас произошло? У него не было тройки. Он пытался меня добить, но вовремя понял, что это плохая идея. Так, ты летишь или не летишь? Да, и поэтому он пытался ускользнуть своей ультой. Арахна, ребята. Не убежишь, пока паучки бегают за тобой. Так. Да, поэтому я увидел возможность его убить и воспользовался ею. Сейчас снова есть возможность его убить, но там лучники. И это чутка стрёмно. Кажись, да, я успел. Печально было, печально. Но я могу сидеть на линии. О, все, все. Ну. А, дерьмо, ладно, не важно. Это не важно. Уходим. Жизнь моя мне важнее. Так, да, и снова я все, что я получил, я уже потерял, к сожалению. Блин, я мастер арахны, походу. Какие же божественные тройки вылетают. Нет слов. Возьмем ману, как бы мана, это тоже КД. Ну и мана.
У меня, правда, нет проблем с маной пока что. Потребление не очень-то большое, как бы. Но. А почему бы и нет? Урон. Отлично. Нет. У меня есть идея. Единица у меня быстро перезаряжается. Так что похилимся. О, даже не только похилимся, заберем баф, он ушел. Ух ты, ништяк. Пусть теперь он теряет линию. Что там у него? Вот как. Ты не говори, что у тебя там варды, чувак. Какого хера? Чертов хакер. Мне нужно больше защиты. Мне придется под вышку лезть. Хотя, в принципе, Аси его спасло. Надо попробовать. Хрень какая-то, он хиляет больше, чем я. Так, что дальше? Сделаем как-то так, может. Я даже и не знаю, что мне нужно. Я думаю, ульт повыгоднее будет. Да, неплохой такой урончик одноразовый, чем двойка. С одной стороны, как бы. Ха. С одной стороны, у меня нет скорости атаки. Ну, конечно же. О, вот как. Ну это слишком часто у него эта хрень. У меня же фул КД. Вообще никакой помощи. Он отхиливается. Ну, конечно, я столько выстрелов получил от вышки. Походу матч будет длиться до того момента ровно, когда он додумается взять порезку хила. Мне тоже нужно брать порезку хила, конечно же, но я не могу ее себе позволить.
по причине того, что она просто не влезет в мой билд. Мне еще надо защиту, мне еще надо КД. Да еще бы скорости движения не помешало. Хотя вот насчет скорости движения вопрос спорный. А он не заметил меня. Это хорошо. Я не боюсь его ульт. Как бы его я могу проконтрить, так что я останусь ждать бафа. Вот так вот. Угу, вот как. Ну что ж, следующим моим шагом будет нитро. Хотел сказать КД. Это, конечно же, будет Titan's Bane. Потому что билд не на автоатаке. Дальше. Вообще, Throwing Dagger можно будет в конце собрать на Frostbound. Посмотрим, какой там у него билд. В конце окажется. Но я совсем забыл. Надо было единицу заюзать. Я ж не похилился совсем. Вапище. Нет, ты не уходишь, чувак. По 90. Вот как. Я только хотел сделать вот это вот и все. И все, больше ничего. Не дам, сиди на линии. Нет, ну вообще, если он уйдет, то я уже вышку могу забрать. Я не уверен, что смогу убить его под вышкой, так как у него прок АСИ. Но я могу сагрить вышку на паучков и немножко урона нанести ей. А, вот как. Стоило оно так долго ждать? Не понимаю. Но хрен с ним. Не очень много, к сожалению. А он не будет сражаться со мной вообще. О, все, все, все. Понятно, 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 что это такое. Нет смысла. Frostbound я брать не буду, потому что у него Кинс. И это как бы контрпродуктивно. Вот оно как. Он решил забрать любой ценой. Да, это обидно. Получается, ему можно со мной вообще, по сути, не сражаться. Окей. Да, я потратил. Он умрет, конечно. Но я потратил битс в никуда. И это просто печалька. Так, в сторону. Вышку я заберу. Без вопросов. Стоп, я думал... Я почему-то на секунду решил, что единица работает на вышке. Ну, то есть она не дамажит, но она меня отхилит. Вот что я подумал. Теперь мне нужно свалить. И я возьму Stone Cutting Sword. Он... Твою же ж мать, а? Он чистит быка. Он без вариантов. Он решил закончить игру, да. Обидно. Я не успею его поймать. Потому что...
Потому что пока я бежал там, эта хрень, этот шарик, который вырубает Феникс, уже долетел. Нельзя, чтобы он попал по мне. Чё за хрень? Он не умер. Нет, он не умер. Напугал, это хорошо. Это очень хорошо. Но он сейчас отхилит все полностью. Пойдем сюда. Мана мне пригодится. Но, к сожалению, для него я сумел заставить его просидеть под своим фениксом достаточно долго. Так что мой вне опасности пока что. Пока что. Да, я испугался. Вот это я не люблю. Да, это было некрасиво. Конечно, ну, мне не стоит его винить, как бы. Я сам выбрал Арахну, не могу нормально с ним сражаться. Он просто всегда будет убегать под свой Феникс. Но все же это было некрасиво. Шансов ноль. Надеюсь, он хотя бы бэкдорить не будет, хоть разок. Сразится со мной под конец игры или нет? О, я промазал. Пойду похилюсь. Надо забрать баф на урон, а то сами понимаете. Он и так меня вздрючивает. Сейчас надо будет биться против огненных. Да ему еще баф на урон, так у меня вообще шансов не будет. Да, под этими мобами сражаться с ним у меня шансов нет. Ноль. Так что мы будем потихонечку их выманивать. Ну, конечно же. Ну хоть так. Может, я выжду достаточно долго, и Феникс появится. Но теперь он еще больше будет бояться сражаться со мной и заставить его это сделать. Нет, ну хотя, если он захочет выиграть, закончить игру, то он обязан будет идти сюда. Я из-под Феникса не вылезу. Единственная проблема — это то, что он может быка забрать. Он уже, походу, этим занимается. Я не могу ему помешать, к сожалению. Что у него там? У него есть пенитра, значит, собираем урон. Пойдем в орды. Нет, я не могу в орды даже ставить. Это срака. Но он не чистил. Хорошо. Хорошо. Один вариант. Я могу... Ой.
первый артефакт заменить на еще больше защиты. Отлично. Это может сработать, в принципе. Конечно, Stone Cutting Sword мне дает очень много урона. Так как 50 урона плюс еще и 30 единиц защиты он у него забирает, а мне дает. Ладно, нет, не буду менять. Я сам себя переубедил. Я так понимаю, что... О, да. Не понимаю, как Феникс сагрился на меня. Ну, неважно. Вот как. Что у него было? А, меньше урона наносит. Отличненько. Дальше куда? Только не говори, что сюда. Не смей. Ты чё, пошёл бэкдорить? Ну ты пиздюк. Ну, попрощайся со своим Фениксом, чувак. Никогда в жизни он не выживет больше. Так, что-то они быстро его снесли, эти мобы. По-прежнему меня дамажит. Ну хрен с ним, Феникс мой. Окей, все. Я понял. Замедлим его чутка. Мне кажется, он не может со мной сражаться сейчас. У него корявый билд. О, да, у него очень корявый билд. У него очень мало пенетры. Возьмем еще защиту. Это вообще что-то странное. Вначале, вот так вначале, если посмотреть, мне нравился его билд. Это было довольно-таки умно. Я не успел, да? Все, умер. Ну вот, собственно, никаких шансов сейчас сражаться со мной. Ему надо менять билд. Но, блин, я надеюсь, что он этого не сделает. Потому что сами понимаете. Нахер оно мне надо? Окей, без урончика это плохо. Но хотя бы я могу отхилиться. Мне не обязательно возвращаться на базу после стычек. Маны у меня выше крыши. Но только сейчас я не могу с ним сражаться под титаном. Отлично. Он не может быстро зачистить огненных. Поближе ко мне. Все, конец игры. Битс был заюзан, чтобы он не смог заюзать на меня двойку. Так как титан был не на мне, я бы просидел бы сколько там, 2 секунды. Он смог бы добить быстренько мобов, и возможно титан начал бы бить меня, либо бы переагрился как-нибудь. Я не знаю, короче, ну вообще не хотел рисковать. Поэтому заюзал битс. Вроде как все получилось очень даже неплохо. Господи, за все эти мучения только
6 очков. Ну, в любом случае, я надеюсь, вам понравилось. Это было потно, трудно и сладкая победа. До встречи.